Мне бы дьявола коня, да плёточку советную. И тогда искать меня в поле не советую. Мало настало, Ромалы, ох, мало. Раньше-то бывало, по 300 человек выезжали табором на халтуры. Да 30 штук медведей. Помню, медведи сорвались. Вот это было шоу. Вот это была цыганская коррида. По сей день вспоминает. А сейчас заказов мало, все одна. Все заказывает банкиры, да и всяких меценатов, спонсоров, продюсеров. Ох, слышали, нет, тоже мне одна рассказала. Ну, приезжает с отпуска, была в Сочах, но он ее встречает, этот ее мужик без хвоста, говорит, ну что, как отдохнула? А что, как, что? В Сочи и так, яблоки, фрукты, ничего особенного. Через стенку один, в общем, старикан, здесь, с другой стороны, говорит, герой Советского Союза, дочка, говорит, герой ты герой, я один спать боялся. Чего сказала? Ой, знаете, тут ведь послала песню на Муз-ТВ, они тоже послали меня. Говорит, родная, у тебя нет какого-то ремикса. А без ремикса, уж как будто не... А песня-то, господи, мать моя пела, мать матери моей, мать. Ну, в общем, все матеря мои пели эту песню, цыганская. Классная песня. И ремикс у меня свой. Ремикс Иванович. Вылитый цыган, правда? Ремикс Иванович, я мах. Ну ладно. Не пела, но спеть надо, правда? Вот. Ремикс Иванович. Ми минор. Понеслась душа в рай. По народному суду, там за высокими дверями судили бабушку одну. Она стара была годами. Судили бабушку за то, что молодого полюбила. А как он стал ей изменять, то костылем его убила. Судья судил 4 дня. Старушка стала вся седая. Тут присмотрелся прокурор, а это мать его родная. От мамки в детстве убежал и стал пацан карманы вором. Он хулиганил, воровал, а вырос стал он прокурором. Тут присмотрелся адвокат, узнал в старушке свою тетку. Он сел с ней рядом и сказал, что тоже хочет за решетку. Тот присмотрелся адвокат, судья, и крикнул: Зоенька родная. Он подсудимую узнал, она жена его вторая. Едва он только замолчал, все люди в зале закричали, хоть и они не помнят где, но тоже бабушку встречали. Тут конвоиры подошли и кандалы ей отрубили. Беги же, бабушка, беги, тебя же судьи отпустили. Пока читали приговор, все встали и пошли из зала.
с тобой. Седая бабушка бежала, а по булыжной мостовой седая бабушка. И бежала.